Это пятница. Наконец-то наступила пятница, конец рабочей недели. Даже кто-то уже закончил уже учиться, а кто-то еще будет учиться, то есть готовится к экзаменам. Но самое главное, что это конец уже рабочей недели, но завтра мне надо будет идти на работу. Вот, то есть я не буду отдыхать. Настроение у меня нормальное, я не злой. То есть это такой среднелегкий день, не то есть не как понедельник, когда я, ну, был, так знаете, тяжелый день. Поэтому это будет короткое видео. Всем хорошо отдохнуть от работы, от учебы. Можете идти уже в клуб, может кто-то идти, может бухать. Можете кого-то пригласить на свидание, можете мне просто написать какое-то радостное сообщение. Все, что я хотел сказать в этом видео, поэтому поздравляю с этой пятницей.